В Одессе зафиксирована еще одна смерть от пневмонии. Об этом на своей страничке в социальных сетях заявила заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Мария Гайдар. Правда, как отметила чиновник, пока неизвестно, была ли смерть вызвана вирусом H1N1. В Украине на сегодняшний день перейден эпидемиологический порог заболеваемости гриппом в двух областях – в Ровенской и Донецкой. В Одесском регионе ситуация продолжает оставаться напряженной. Однако, как уверяет заместитель губернатора Мария Гайдар, об угрозе эпидемии говорить не приходится. Сейчас уровень заболеваемости составляет 31,8 на 10 тысяч населения. При эпидемиологическом пороге 58 на 10 тысяч населения. За последнюю неделю мы видим снижение заболеваемости на 26%, что мы считаем хорошим показателем. Считаем, что это показатель эффективности тех мер, которые предпринимаются, эффективности закрытия школ и эффективности того внимания, которое медицинские работники к этой проблеме проявляют. Тем не менее, от осложнения, вызванного вирусом свиного гриппа, уже умерли 18 человек, 13 в самой Одессе, остальные в области. Накануне от двухсторонней пневмонии скончалась еще одна женщина. Она обращалась в клинику Энтосана, попала туда же в тяжелом состоянии. Пока мы не можем подтвердить, что смерть наступила именно от гриппа. Мы ждем подтверждения лаборатории и сможем это сделать позднее. Кроме того, Мария Гайдар похвалила одесских медиков за героизм, проявленный в последние дни. Так врачам удалось пробиться в самые заснеженные уголки области и спасти жизнь ребенку и двум беременным женщинам. Тем не менее, Мария Гайдар призвала всех не заниматься самолечением и в случае, если у людей возникли проблемы с оказанием им медицинской помощи, обращаться по телефонам горячей линии 098-49-42-4-19, 073-49-30-300, а также в приемную АГА 048-239-00-03.